Несколько сотен людей в тельняшках оккупировали Челнинские улицы. Такое массовое скопление моряков в нашем городе можно увидеть ежегодно в последнее воскресенье июля. Все потому, что они отмечают свой профессиональный праздник – День военно-морского флота. По традиции они собрались на митинге у памятника «Родина-мать». Поздравляю вас с днем традиционным, профессиональным праздником военных моряков – Днем военно-морского флота. Военно-морской флот славится единством и дружбой, которую не встретишь ни в одном другом роде войск, говорят моряки. Служба здесь сплошная романтика. Что для моряка может быть романтикой? Это ожидание встречи с близкими. Это самое главное. Перенести тяжести, качки. Бывает килевая качка, бортовая качка. Вот когда килевая качка, аж внутри все отрывается, как говорится. Некоторые вообще падают трупом. А я переносил нормально. На митинге было немало поздравлений, но с особым вниманием моряки слушали Наиля Сафина, капитана первого ранга. Он не стал произносить торжественных речей, а убедительно попросил отмечающих не позорить морской флот. С вас должны брать пример, все остальные родовольцы. Но пока не получается. Берете свой и заграните. Также Наиль Сафин попросил выбрать представителя от каждого флота, ведь в городе нет организации военных моряков. Они видятся только в этот день у памятника. Сегодня для нас очень клевый праздник. Я наконец-то опять встретил всех своих друзей, с которыми провел год своей жизни. Очень отличные друзья. Многие пришли с детьми и женами, которые ждали их на протяжении всей службы. Все образуется, все будет хорошо. Я тебя жду, говорит. Меня это поддерживало. Но эта дата не только праздник, это еще и день скорби. Собравшиеся минуты молчания почтили память тех, кто не вернулся с выполнения задания, тех, кто погиб во время несения службы. Елена Портнова, Ильнар Мустафин, РНТВ, Набережные Челны.